В рамках областного молодежного форума «Дети России» в Орехово-Зуевском районе прошел спортивный праздник. Студенты МАКИТЭУ и старшеклассники Ликино-Дулевского лицея продемонстрировали свою физическую подготовку. Командный дух, командный результат, командная победа. В этих соревнованиях учитывались не индивидуальные успехи, а общие. Соревнования, которые устроил Центр «Спектр», проходят в рамках крупного подмосковного проекта «Дети России». Для организаторов это еще одна возможность объединить участников спортивной идеей и духом. Могу сказать, что вот я 3 года работаю с молодежью именно в центре «Спектр», да, на моей памяти число молодежи увеличивается, тех, кто хочет действительно проводить свое свободное время с пользой для себя, для своего здоровья и, конечно, для своей будущей жизни. Соревнования включали в себя несколько этапов. Участникам нужно было подтянуться, отжаться и продемонстрировать базовые футбольные упражнения. Пока одна часть команды показывала свою физподготовку, другая ее часть рисовала гид-плакаты и сочиняла стихотворение. Победа в этих соревнованиях была не так важна. Как признались участники, они просто хорошо провели время. Благо погода это пока позволяет.